Каждый сезон к нам в редакцию поступают обращения с просьбой помочь жителям микрорайона Мирный. Дело в том, что за все время его существования, обустроенной по всем правилам дороги, здесь как не было, так и нет до сих пор. Погодные условия севера, то дождь, то снег отражаются на состоянии грунтовки. Путь в поселок с таким мирным названием превращается в настоящий бой за взятие нескольких сотен метров дороги. Каждый год жители поселка Мирный страдают то от непроходимых снежных завалов, то от огромных луж и размытого дорожного полотна. Путь домой превращается в настоящее препятствие. Причина – грунтовая дорога. Председатель ТОСа Мирный Мария Малиновская не раз обращалась с коллективным заявлением в соответствующие инстанции – принять меры по улучшению состояния грунтовой дороги. Но конкретного ответа так и не получила. Конференцию граждан в апреле мы собирали. На конференции граждан присутствовали жители Мирного и представители администрации. На конференции мы обратились к администрации. Администрация нас услышала. Но пока услышала, обещала принять меры по укреплению дороги, по подсыпке вот этих ям. Мы понимаем, что ямы будут, они будут подсыпаны и ликвидированы, то есть, может быть, не будет этих луж, но здесь необходимо не только подсыпать ямы, но и укрепить дорогу, потому что ямы ямами, а укрепление дороги, потому что она все равно разбивается, колейность появляется как и зимой, так и летом. Еще в 2014 году дорогу в Мирный должны были отремонтировать. Но из-за отсутствия средств в дорожной программе ремонт все время переносили на последующие годы, пока и сама программа не перестала действовать. Однако сейчас ситуация может измениться. Последняя сессия в июне нам депутаты выделили, депутаты гражданского собрания, значит, согласовали достаточно приличную сумму на материалы. Это плиты, это гравий, песок, иные инертные материалы. Сейчас готовятся торги, буквально на этой неделе они будут объявлены, закончен сбор коммерческих предложений, обоснования. Я думаю, что в ближайшие 1,5–2 месяца материалы будут доставлены сюда, и мы, естественно, не будем ждать чего-то еще. И сразу по приходу материалов силами чистого города дорога будет исправлена. Сейчас содержанием грунтовых дорог в поселке Мирный занимается МБУ «Чистый город». Зимой рабочие чистят проезды, весной занимаются откачкой талых вод, а летом и осенью равняют дорогу. Но жителей не всегда устраивает периодичность и качество выполняемых работ. Возможно, причина в малой численности рабочих и техники, а может, дело в состоянии самих грунтовых дорог. В данный момент подготавливается аукционная документация для приобретения материалов для обустройства автомобильной дороги по улице Мира. Будем приобретать щебень, геотекстиль, песок дополнительно для подсыпки, где это будет необходимо, плиты железобетонные ПДН-14. И думаю, что после завершения работ по обустройству этой автомобильной дороги жалоб будет меньше и содержать эту автомобильную дорогу будет легче. Добавлю, планируемое время начала работ – сентябрь-октябрь 2019 года. Наталья Кислякова, Антон Вдряков, Леонид Шишелов, телеканал «Север».